Всем привет, продолжаем знакомиться с художниками и культурами. Маурис Корнелис Эшер, нидерландский художник-график, известен прежде всего своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве и металле, в которых он мастерски исследовал пластический аспект понятия бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов, самый яркий представитель имп-арта. Я пользуюсь Википедией. Родился в 1898 году в провинции Фрисландии в семье инженера Нидерланды. Его родителями были Джордж Арнольд Эшер и Сара Адриана Лейхман Эшер, вторая жена Джорджа, дочь министра. Маурис был их младшим сыном. Семья жила во дворце Принценхофе, а в 18 веке он принадлежал Марии Луизе Гессен-Кассельской, матери и регенше Вильгельма IV. Сейчас в этом дворце открыт музей керамики, во дворе которого стоит стела с изразцами, выполненными Эшером. Мальчик некоторое время учился столярному делу, музыке. В возрасте 7 лет он провел в детской больнице в приморском городе Занзворт для улучшения своего здоровья некоторое время. Хотя с раннего возраста проявлял способности к рисованию, провалил экзамен по рисованию. В 1916 году Эшер выполнил свою первую линогравюру, портрет своего отца. Писал стихи, эссе, не смог сдать 4 выпускных экзамена и за это не смог получить аттестат зрелости. Несмотря на отсутствие аттестата из-за ошибки в голландском законодательстве, он смог добиться отсрочки от службы в армии для продолжения учебы и в 1918 году стал брать уроки архитектуры в техническом училище Делфта. Из-за плохого здоровья не справился с учебой, был отчислен. Поступил в этом же году в школу архитектуры и декоративного искусства в Харлеме, которую закончил в 1922 году. Огромное влияние на молодого человека там оказал художник Самуэль де Мескита. Эшер поддерживал с ним хорошие дружеские отношения вплоть до 1944 года, когда Мескита, еврей по происхождению, вместе с семьей был арестован и убит в газовой камере. После гибели учителя Эшер помог отправить его работы в Амстердамский музей, оставив у себя лишь один эскиз со следом немецкого сапога. А в 1946 году организовал в упомянутом музее мемориальную выставку. Это был музей Стедлейк в Амстердаме. Эшер совершенно сознательно выбрал карьеру гравюра, а не художника маслом. Вместе с семьей посетил Северную Италию в 1921 году, французскую Ривьеру. Получил возможность познакомиться с искусством итальянского возрождения, которое произвело на него сильнейшее впечатление. Рисует оливковые деревья, начинает эксперименты со сферами, различными зеркалами. Первые печатные работы, проданные большим тиражом, была «Святой Франциск. Проповедь птицам». Уже в этой книге начинают появляться мотивы, характерные для позднего творчества Эшера, как, например, искажение пространства в его автопортрете в сферическом зеркале. В сентябре 1922 года он на пароходе плывет в Испанию, изучает мавританский стиль, посещает Барселону, Мадрид. Некоторое время живет в Риме. В этот период он создал множество пейзажей, в перспективе которых уже угадываются будущие геометрические опыты художника. Встречается Джульеттой Умикер, дочерью швейцарского промышленника, и вскоре они были уже помолвлены. Это было 12 мая 1924 года. Они сыграли свадьбу в Италии. Покупают недостроенный дом около Рима, живут там. У пары рождается сын Джордж. На крещении ребенка присутствовал Виктор Эммануил III и Бенито Муссолини. Второй сын Артур родился в 1928 году. В 20-х годах Эшер становится известен в Нидерландах. Ему помогают провести его родители около 5 выставок в Голландии и Швейцарии. Именно в этот период картины Эшера впервые были названы механическими и логическими. Обращается к торцовой ксилографии. Всего создал 448 литографий и гравюр и около 2000 рисунков и набросков. Несмотря на это, в течение всего итальянского периода он не смог содержать семью на заработке от продажи своих работ и жил на финансовую помощь отца. Затем обострились проблемы со здоровьем.
из-за ухудшения политического климата в фашистской Италии, где он жил, и из-за проблем со здоровьем 9-летнего сына, семья была вынуждена продать дом в Риме и покинуть Италию, переезжая в Швейцарию. В начале 1936 он вновь решил отправиться в Южную Европу, предложил одной судоходной компании делать изображения их кораблей и гавани, в которые они заходят, в обмен на бесплатный проезд. К его удивлению, компания «Адрия» согласилась. В 1937 году сменил жанр пейзажа на создание произведений, воплощающих геометрические конструкции. Стал известен в США, получает всемирную известность. Поступает в качестве публичного лектора в 1950-х годах. В Вашингтоне проходит первая его персональная выставка в 1950 году. В 1955 королева Вильгельмина производит эшера в рыцари. Пятая степень рыцарь ордена Оранье-Нассау. В 1957-м ему заказывают фреску в Утрехте. Работа над ней продолжалась почти весь 1958 год. Эмигрирует в Канаду. Такая насыщенная, конечно, жизнь. В 1965-м получает художественную премию города Хилверсюм. Это Нидерланды. Скончался Эшер 27 марта 1972 года от рака кишечника. Похоронен на кладбище в Барне. Ну, вот так мы сегодня узнали, конечно, вкратце о художнике Маурис Корнелис Эшер. Нидерландский художник-график. Известен прежде всего своими концептуальными литографиями, гравюрами на дереве металле, в которых он мастерски исследовал классические аспекты понятия бесконечности и симметрии, а также особенности психологического восприятия сложных трехмерных объектов. Был самым ярким представителем имп-арта. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.